Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, как быстро и легко очистить свой организм от шлаков и токсинов. А поможет нам в этом препарат натрия тиосульфат. Вот так вот выглядит коробочка. Препарат является антидотом, выводит из организма яды, ртуть, свинец, тяжелые металлы. Применяется против аллергических реакций. При отравлении, при лечении опорно-двигательной системы. Препарат очень хорошо чистит кровь и лимфу. Исчезают головные боли. Значительно увеличивается прилив сил. Очень хорошо чистит печень. Печень – это орган, который трудится на благо человека, и от него зависит вся система жизнедеятельности человека. Улучшается состояние кожи, состояние волос и ногтей. Как применять препарат? Препарат выпускается в ампулах. В данный момент ампулы по 10 грамм. Применяем один раз в день перед сном. За 2 часа после еды. Берем 30 грамм кипяченой воды. Ампулу скрываем. Смотрим, чтобы не было на дне стекла. И выливаем. Перемешали и выпиваем. На вкус немножко горьковато, ощущается горечь, но в целом пить можно. Пользуйтесь. Всем здоровья, всем пока.